видеозапись. На кадрах, которые сейчас на ваших экранах, видно, как вертолет завис над одним из домов в жилом квартале города. Через несколько минут боевой вертолет открыл по дому стрельбу. Звуки обстрелов слышны по всему центру города. Уже много раз в ходе карательной операции украинских силовиков мишенью становились именно жилые дома, кафе и магазины. По данным открытых источников, в карательной операции украинская нацгвардия использует штурмовую авиацию, а именно вертолеты Ми-24 и Ми-8, а также истребители МиГ-29 и штурмовики Су-25. Впервые украинские силовики использовали их в боевых целях 26 мая. Тогда самолеты нацгвардии наносили ракетно-бомбовые удары по международному аэропорту Донецка. Под обстрел попал грузовик с ранеными ополченцами. Многие связывают ужесточение боевых действий с тем, что ополченцы сбили вертолет украинских силовиков. Это было 29 мая. На борту находились 12 военных, в том числе генерал-майор нацгвардии Сергей Кульчицкий. Небо над восточными областями Украины должно стать бесполетной зоной, так считает лидер КПРФ Геннадий Зюганов. И Россия, как член Совбеза ООН, имеет право выступить с такой инициативой. Кто именно управляет самолетами, которые бомбят Луганск и Донецк, пытался выяснить наш корреспондент Антон Лядов. Ты убиваешь таких же детей, как твоя дочь! Ты в таких детей стреляешь! Ты в таких детей стреляешь! О, пошли ракеты! Имена, фамилии и адреса карателей, которые жали на гашетку, сидя в самолетах и вертолетах в небе над Донецком, сейчас военная тайна. Их скрывают ото всех, даже от сослуживцев. Люди, имеющие хоть малейшее отношение к массовому уничтожению мирных жителей 26 мая, сейчас под подпиской о неразглашении. Из военных частей пропали документы, касающиеся этой операции. Свое расследование теперь ведут родственники погибших и журналисты. Как выяснилось, чтобы устроить кровавую бойню, самолеты и вертолеты в Донецк пригнали почти со всей страны. В небе штурмовик Су-25, вот он выпускает ракеты, истребитель МиГ-29, вертолет Ми-24, транспортник Ми-8. В боевых действиях в Донецке и сейчас уже в Луганске принимают участие штурмовики Су-25, большая часть которых находится в Николаеве. Есть вероятность, что летают на них летчики из базы Кульпакина. Что касается МиГов-29, которых видели в небе над Донецком, то с наибольшей вероятностью это бригада, которая постоянно базируется в Ивано-Франковске. Все три бригады сосредоточили в одном месте. По некоторым данным, это аэродром Кульбакина под Николаевом. Вот он. Эти кадры сделаны накануне нашим оператором. Здесь можно разглядеть МиГи-29 и Су-27, которых на начало 2014 года в части не было. Кроме того, появилась информация, что здесь же временно базируется и авиабригада из Ивано-Франковска. До Донецка полчаса лета. Расстояние больше 500 километров, но похоже, что самолеты готовы к длительным перелетам. Вижу самолет Су-25. Не очень качественно, но похоже, что он с подвесным баком. И на наружной подвеске у него бомба. Они здесь очень неприцельно и бомбят, и стреляют. Весьма-весьма неприцельно. Могут даже попасть не в те цели, которые им предназначены. Я боюсь, что могут вот даже нанести удар. Здесь ракеты идут неуправляемые, бомбы тоже не... Но кто же именно сидел за штурвалом? На сегодняшний день в Украине список летчиков, тех, которые имеют нормальную, достаточную практику для того, чтобы совершать какие-то боевые действия, их единицы. Скорее всего, майор-полковник. Под категорию подходят два летчика из 831-й бригады, которая, по некоторым данным, принимала участие в обстрелах Донецка с воздуха. Полковник Сергей Ялышев. Вот он, выпускник Харьковского университета имени Кожедуба. В 2013-м отмечен среди лучших по результатам учений Министерства обороны Украины. Его страница в Одноклассниках неожиданным образом оказалась удалена. Это копия от 27 мая, на следующий день после налета на Донецк. Вторым может быть Александр Оксанченко. В 2011-м он участвовал в совместных учениях с Польшей и США. Стал летчиком года. Вот эпизод репортажа о нем. Полковник Александр Оксанченко. Подполковник Александр Оксанченко не первый год работает в Миргородской 831-й бригаде, которая охраняет объекты от террористических атак. Мы показывали фигуры высшего пилотажа на малой высоте. Петля с поворотом, вираж на полной скорости. В феврале этого года Оксанченко прикрывал украинских военных в Крыму, нес дежурство на аэродроме Бельбек. Совпадение или нет, но его страницы в соцсетях тоже удалены. Но личности летчиков, бомбивших Донецк, до сих пор так и не установлены.
Известно одно, кровавую бойню готовили тщательно. За последний месяц в Николаеве три бригады отрабатывали совместные действия как минимум дважды. Непосредственно вот Алексей Манюшкин, мы видим его, это начальник службы безопасности полетов, и он говорит как раз о том, что происходит взаимодействие трех этих авиагрупп, авиабригад, да, из трех регионов Украины, и четко озвучивает о том, что они готовы выполнять любые приказы по подавлению, да, сопротивления и по участию в антитеррористической так называемой операции, по сути, в карательной операции. Однозначно, с его ведома и при его участии готовились эти преступления. Еще есть вопросы и к Игорю Черепенко. Именно этот человек буквально накануне карательной операции в Донецке сплачивал эти авиабригады. Как стало известно одному из лидеров сопротивления на юго-востоке Украины, за выполнение преступных приказов пилотам не только платят огромные деньги, но и гарантируют право избежать ответственности. Пилоты получили гарантии, и не просто гарантии из уст украинских чиновников, но и подкрепленные западными дипломатами на предмет того, что они в случае неуспешности их операции, они получают право гарантии выезда на постоянное место жительства в страны Западной Европы или Северной Америки. Пилоты начали получать колоссальный выплат. Цена выросла до 9 тысяч долларов за один боевой вылет. Что касается боевых вертолетов, то их, как выяснилось, перебрасывали за сотни километров. Вертолеты Министерство внутренних дел Украины работают. Это непосредственно база базирования у них, город Александрия Кировоградской области. Расстояние там в пределах досягаемости вертолета. Вертолет в воздухе 4 часа, скорость 250, поэтому понятно, что в радиусе 500 километров они могут спокойно работать. Надежды на то, что массовое уничтожение людей будет расследовано, у жителей почти нет. Теперь они ежедневно ходят к военным частям и просят военных перестать стрелять по своему народу. Детей берут с собой, дома оставлять боятся. Пожалуйста, бросайте оружие, прекратите.